27 августа 2022 года. Гуляем по Камчатке. Центр города, памятник Василию Степановичу Завойко. Это первый губернатор Камчатки, адмирал. Вот памятник ему стоит в центре города. Здание Камчат-Неро. Тут же рядышком мощный памятник Владимиру Ильичу Ленину. Так, установлен 6 ноября 1978 года этот памятник. Так вот он выглядит сверху. И вот табличка, которую я снимал. Спасибо большое, спасибо. Там правительство. Театр, и если идти вперед, попадем в порт. Эта стелла нам говорит о том, что президент этому городу дал звание «Город воинской славы». Видимо, эти вот барельефы рассказывают о всех военных действиях, которые здесь проходили. Памятник Петру и Павлу. Святые первоверховные апостолы Петр и Павел. Камчатка-Неро, там я был. Зелененькое вот это вот здание Сбербанка. Памятник Петру и Павлу у нас патриарх разрешил поставить. Памятный камень. На табличке написано о том, что Витус берег в 1740 году на двух пакетботах прибыл сюда и назвал эту гавань Петропавловском. Дурацкое дерево с замочками. Что за традиция, не понимаю. На фоне Сбербанка поставили, вот люди указанные в табличке. Деревянная какая-то едальня. Город. Кафе-бар Камбала. Там вот церковь. Храм новодел. Озеро. 27 августа 2022 года. Прохаус Камчатский. Небольшая экскурсия.